чаще задаю вопрос о правильности этой фразы. Ну, точнее, задаете вы о правильности этой фразы. Век живи, век учись. Так вот, на телефоне есть такая настройка, очень полезная. Настройки графического драйвера называется. Ее вот прямо сейчас я рекомендую всем найти и прямо сейчас его включить. Значит, смотрите, в чем суть. К примеру, вы играете, скачали какую-то игру, она очень мощная. Это может быть Майнкрафт, это может быть еще какая-то шляпа там. И когда вы в нее играете, на нее не хватает мощности телефона, потому что очень много других игр распределяется, работает в фоне и так дальше. Я вам сейчас покажу одну полезную настройку, которая действительно поможет вам решить этот вопрос, и вы вот офигеете. То есть, смотрите, вы заходите сюда, у вас, к примеру, запуск Activity. И он у меня, к примеру, плохо работал. У меня стоит по умолчанию. Но когда я поставлю системный графический драйвер, это улучшит телефон. Потому что, вот как вам объяснить правильно, то есть будет разделяться действие между графическим процессором и основным процессором. И это очень будет классно, потому что это все будет работать. Значит, смотрите, где его найти, эту настройку вообще включить, офигеете, очень просто. Нужно зайти в настройки, здесь о телефоне, потапать по вот этой вот версии MIUI, пока вы не станете разработчиком. Дальше выйти на пункт назад. И здесь у вас будет такой пункт расширенные настройки. Дальше у вас для разработчиков. И вот среди вот этих вот всех настроек у вас будет очень один пункт мощный. Настройки графического драйвера. Вы сюда заходите, он у вас будет выключен 200%. И вы его вот так вот включаете. После выбираете то приложение, которое глючит, лагает, которое вы хотите, чтобы оно работало лучше на максимальных функциях. И включаете вот так вот камера Translation, системный графический драйвер. Все. Это приложение сейчас будет работать на полную катушку. И вы убедитесь в этом сами. Не благодарите, всем добрейшего. Не забудьте подписаться, очень важно.